Утка с утятами парализовали сегодня движение в центре города, на площади Свободы. Утка, по всей видимости, снесла яйца где-то в одном из близлежащих дворов. Там высидела утят, а потом всем выводкам отправились искать воду. Находи своих утяточек. Ура, счастливая встреча. Мама утка. Мама, молодец. Сейчас мы будем провожать утку к водоему. Они бегали по всей проезжей части, бросались под машину практически. Погоди, нашел, я смотрю, вид такой открывается, то, что уточка бежит, и сзади у нее такие 6 утят таких маленьких перемещаются. Очень даже было забавно, интересно смотреть на это. В центре города, да, вроде бы дома, ни одного озера кругом, она ползает с ними. Все-таки машины, кто-то может не заметить, все-таки они выбегают. Ситуация нестандартная, когда утка ведет утят по городу через проезжую часть, но такие случаи у нас уже не редкие. Это, наверное, третий случай за эту неделю, ввиду того, что сейчас идет сезон размножения птиц.